В администрации Нарьян-Мара кадровый переполох. Сменились руководители сразу нескольких отделов. На их места пришли молодые специалисты, многим нет и 18. В мэрии прошел день самоуправления. Необычный эксперимент, далеко не первый для муниципального образования. Таким образом, ребятам дают возможность изнутри увидеть работу городской администрации. А еще это хорошая профориентация. Наставники не исключают. Быть может, именно эти ребята в будущем станут грамотными и востребованными управленцами. У Нарьян-Мара новый мэр, временный мэр в должности главы администрации. Он, точнее, она проведет всего несколько часов. Кадровые перемены связаны с Днем молодежного самоуправления. Сегодня они не школьники, муниципальные служащие. Вместо урока планерка при главе Нарьян-Мара. Олег Белак и его заместители временно покидают свои рабочие места. Но перед этим подробный инструктаж молодых управленцев. Знакомят с обязанностями и, конечно, первостепенными задачами. О текущем состоянии дел на городских предприятиях рассказали их действующие руководители. Я думаю, что со следующего года, мы об этом же говорили, да, Полина Александровна, нам нужно не только руководить, скажем так, дублеры администрации городского совета, да, то есть мы будем распространим эту практику, в том числе на руководителей предприятий, учреждений, которые входят в систему муниципального управления. Поэтому, уважаемые руководители, вы сейчас присматриваетесь на следующем году. В следующем году, я думаю, что уже будут и у вас дублеры. Чтобы получить высокую должность, пусть и на один день, ученики прошли строгий отбор, писали эссе, отвечали на каверзные вопросы. Многие ребята в необычном эксперименте участвуют второй год подряд. Извините. Анастасия Сущенко сегодня дублер мэра. Руководить всей администрацией работа сложная и ответственная, поэтому признается, волнуется, как перед итоговым экзаменом. Мы сейчас поедем через час буквально смотреть новостройку и оценивать вообще. Это, мне кажется, очень интересно, и не все чиновники сидят на своих местах. И даже если они сидят, они занимаются ответственной работой. Документы просмотреть, это же тоже не просто так все. Только за один рабочий день глава Нарьян-Мара может подписать более 100 документов. При этом каждый нужно прочесть и в случае необходимости отправить на доработку. Вспомни очень простую вещь. То есть надо всегда одинаково и хорошо подписывать документы. У тебя есть своя подпись? Есть, конечно. Выработанная? Да. Которые ты можешь повторять бесконечное количество раз и даже с закрытыми глазами. Да. Год назад Елизавета Рожкова исполняла обязанности начальника муниципального архива, а сегодня отвечает за другое направление. Теперь она руководитель управления экономического и инвестиционного развития. Должность выбрала не случайно. Свою жизнь планирует связать с финансовой деятельностью. Я расценивалась, как бы, чтобы эта работа совпадала с тем, кем я хочу быть по жизни. Вот, и поэтому я решила попробовать в этой должности и узнать, чем тут занимаются. Не менее ответственная должность у Анастасии Юрис, дублер специалиста отдела организационной работы и общественных связей, учится делать презентации. Здесь папка инфографика, рабочие материалы, здесь у нас фотографии. В этом году в Дне молодежного самоуправления приняли участие 19 ребят. Каждому сегодня вручили благодарственное письмо и сувенир, но, как признаются сами дублеры, главное – полученный опыт, который обязательно пригодится в дальнейшем. Ну а следующая смена власти ровно на один день произойдет уже в 2019-м. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, телеканал «Север».